Мы собрали вас всех здесь, чтобы сообщить вам... Мы разводимся. В смысле? Мы разводимся. Кто это мы? Он, я, она, мы, ваша мамочка с папочкой. Это прикол? Жесть. Я запуталась. Кто кого бросает? Я. А кто заберет детей? Она. Он. Значит так, или вы договоритесь между собой, или все решать будут дети. Что? Что? Мама сказала, что мне будет лучше с тобой, пап. Ты так сказала? Ну, нет. Папа сказал, что без нас ты покончишь с собой. Так и сказал? Нет, нет, конечно. Так ты что, хочешь войны? Нет, а ты хочешь? Я не хочу войны, бред какой. Ты хочешь войны? Да, я хочу войны. Значит, ты хочешь войны? Поаккуратней, хорошо? Давай без нытья. Покороче, да? Ты что наделала? А что, модняк? Слишком коротко. Хоть мозги проветришь. Попадание с 2 метров болезненно. Папочка! С метра? Да. Очень болезненно. Что такое, милая? Ваш папочка снимет квартиру недалеко от мамы. Ваш новый дом! Кошмар. Молчать! Он ударил меня! Получила по заслугам! Все хорошо, милый? Любишь меня? Что? Офигела! Блин! Неужели так сложно выбрать, тебя или меня? Вот именно. Стойкие ребята.